Лена Ярцева. Рецепт недели на этот раз – розовые оладьи. Нам понадобятся вареная свекла, мука, молоко, яйцо, сливочное масло, ваниль, кленовый сироп, можно взять мед и разрыхлитель. В чаше блендера соединить свеклу и молоко, взбить до однородности. Добавить яйцо, масло, муку, разрыхлитель, ваниль и сироп. Еще раз взбить. Выпекать на разогретой и смазанной маслом сковороде. Готовые оладьи можно украсить ягодами, кленовым сиропом и сахарной пудрой. Готово! Получается очень красиво и вкусно. Природная сладость свеклы отлично сочетается с ароматом ванили и кленовым сиропом. Можно, кстати, сделать и несладкую версию, подав, например, с селедкой и луком. Очень уж полезными такие оладьи, конечно, считать нельзя. Хоть свекла и добавляет полезные клетчатки, мука, сливочное масло и сироп все же очень калорийны. Так что лучше не злоупотреблять. Красный цвет по нашей светофорной системе. Приятного аппетита и здоровья! Желаем вам мы и кулинар Лена Ярцева.